Добрый день. Разрешите представить вам садовый шатер Green Glade 1003. Вот. В комплектацию данного шатра входят стенки с москитной сеткой. Шатер сам шестигранный. Вот. Стенки сами сплошные, 4 штуки. Вот. А у двух стенок есть вход. Вот он. Вот замочек по центру. Расстегивайте и входите. Вот он, открытый вход. Спокойно заходите. Так, кстати, сейчас идет дождик. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, капли стекают. Видите, по шатру. То есть вот. Надеюсь, вам хорошо видно. То есть, скажем, такой дождик, ну, скажу, приличненький такой дождь, шатер выдерживает. То есть он не промокает. Сейчас мы зайдем вовнутрь и посмотрим. То есть капли стекают. Вот, а москитная сеточка, да, она защитит вас от комаров и всяких насекомых. Так, давайте-ка мы посмотрим внутри строения шатра. Значит, смотрите, стенки крепятся вот специальными жгутиками такими. Они пришиты к стеночкам, видите, на липучке. Вот, сейчас, секунду, вот он. По всему периметру стенки идут такие вот липучки. И вы крепите. Вот внутри мы, видите, видим вот капли воды, вот шатер их не пропускает. Видите, вот, они стекают. То есть этот шатер защитит вас от дождя. В принципе, все. Так, еще вот хотел показать вам крепление шатра. Вот при сильном порыве ветра в комплектацию шатра входят вот такие вот веревочки. Вот они. И металлические штыри, которые вы вбиваете в землю. Вот делаете как бы растяжечку. В каждом углу вот есть вот такое вот крепление. Привязываете. То есть при сильном ветре ваш шатер, в принципе, никуда не улетит. А если ветер совсем небольшой, то можно вообще эти растяжки даже не делать. Ну вот мы на всякий случай поставили. Сколько? Одну растяжку. Да. Потому что неровность на земле как бы чисто из-за этого. А так, если бы поверхность была ровная, можно было ее не ставить. Ну, как-то так. Все. Спасибо за внимание.